Воскресенье, 25 декабря 22 года. День сегодня был солнечный, тепло, наверное, плюс 10 было, может быть, даже больше или меньше, не знаю, но реально можно было ходить гулять без куртки. Конечно, без свитера не рекомендуется. Ну и что самое главное, россияне сидят, наверное, и думают, когда там эта Европа замерзнет, а тут вот погода такую свинью Европе подложила. Снег у нас уже был, и было уже минус 10, и был уже гололед. Но вот сейчас вот опять все это закончилось, и опять на улице тепло. Кстати, сук лежит красиво. Ветер дунет, этот сук вниз улетит. Между прочим, я вот тут буквально как-то тоже в таком же вот лесу гулял. И слышу, там сук с дерева сорвался. Вот, естественно, телефон, когда он упал, тогда уже снимать уже поздно. Тем более, что сучи, они тут вот везде лежат, со всех сторон. Куда ни посмотри. Везде лежат сучья обломанные. Тут деревья, между прочим, когда спиливают, то просто так вот взяли. Эту все в кучу свалили. И, как говорится, лет через 5 оно само сгниет. В Германии тут, конечно, влажность высокая, дожди часто идут. Поэтому лесные пожары здесь редкость. Но, конечно, все бывает. Так. По одной тропинке прошел. Тут вот другая тропинка идет в ту сторону. А, ну вот еще что тоже интересное. Здесь вот, между прочим, на табличке висит и написано. Написано: «Внимание! Из-за засухи и болезней деревьев в лесу в данный момент повышенная опасность, потому что могут упасть ветки, сучья и деревья. Если кто-то хочет погулять по лесу, то, как говорится, на свою собственную ответственность». Вот. И если кому-то сук на голову упадет, то это его собственные проблемы. Мы табличку повесили, а все остальное нас не касается. Вот такая вот демократия. Ну ладно, конец.